Всем привет, дорогие друзья, подписчики, случайные гости, зашедшие на канал. Не забываем про комментарии, лайки, подписку и колокольчик. Я хочу вам рассказать, как можно избавиться от муравьев. Черных, красных, хоть каких. В общем, старый проверенный метод, многими десятилетиями уже на протяженности пользуются люди. И он эффективен. Это борная кислота. Берем, главное правильно приготовить, один к одному. В общем, берем одну чайную ложку борной кислоты и одну чайную ложку сахара. Вообще можно и с вареньем, можно и с медом, без разницы. Главное, чтобы один к одному было. Ложкой чайной померили и все. Всю эту массу перемешали. Тут у меня водичка есть. Все перемешали. В общем, вот у меня уже есть тут готовые, можно еще добавить. В общем, вот так вот положили. Так, а ну, Борис. В общем, разложили наши кормушки. В тех местах, где у нас обитают муравьи, вот у нас они на кухне, бывает, периодически появляются. В тех местах разложите, на грядках, ну, в любых местах, где бы они ни находились, они съедят и они тут же сдохнут. Очень эффективно, я же говорю, уже несколько десятилетий люди пользуются этой борной кислотой, и она эффективна. Она вообще от многих насекомых погибает все, если ее съедят. Так как муравьи у нас любят сладкое, и муравьи как бы очень приманка для них хорошая. Также можете, говорю еще раз, мед. Либо варенье, любые сладости. Главное, чтобы один к одному мешали. В общем, пишите комментарии, подписываемся на канал, не забываем про колокольчик. Всем удачи, всем пока.